врут, молчали недолго. С 97 года театр танца «Иван да Марья» ежегодно забирает гран-при всероссийских конкурсов. На днях танцоры вернулись из Санкт-Петербурга, где тоже взяли высшую награду и премию в 50 тысяч рублей. Мы верили в победу. Ох, как это было валидольно. Заявки на конкурс присылали 350 коллективов, но на сцену пробились 35. За международную премию «Я – сенсация» боролись танцоры из Ленинградской области, Ставропольского края и Республики Осетии. Выступление наших жюри оценило в 120 баллов. Это уверенная победа над Ленобластью, которой заработали только 113. Постановки мы абсолютно, то есть сами ставим. Все постановки – это Любовь Владимировна, Нина Сергеевна Шмыкова, ну и мои. Как члены жюри сказали, в данный момент мы были лучше. Поэтому тяжкий труд оправдался. Планы грандиозные. Идти только вперед. Это Москва, потом Крым, Болгария, Испания или Италия. Не стоит думать, что победа достается легко. Перед Питером состав внепланово менялся. Одна из солисток сломала палец. А последние прогоны в северной столице танцевали на улице. Быть уже профессионалами им юность не мешает. Вообще, наверное, вдохновляет коллектив, педагоги. Они мотивируют продолжать заниматься. И в целом все устраивает. Кто-то планирует жизнь с танцем связать из вас? Нет? Да, все пойдем в культурный, останемся педагогами. Вам сегодня конкурентов нет? Нет. Безусловно. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.